Не знаю даже, будет людям интересно, не будет. Короче, делаем реакцию на звезды, клип Yellow Fire 2021. Пока я ем овсянку. Шутка, не люблю подобную музыку. Вот эту биты по типу дастепные и какой-то голос или шансон, что-то такое. Ну, типа не знаю, не привлекает меня особо такое. А, кстати, да, если кто-то... Ну, я наверняка это выложу на канале, поэтому кто знает, напишите в комментах, это оригинальное... Идеи или по какому-то фэндому анимация. Только звезды и луна, а за ними только тьма. Солнца нет, но свет души укажет путь мечты. Бывает чувство, будто сны, где нереален каждый миг, но ты добился высоты, и все же этого достиг. Твои глаза горит огонь. Время подниматься вверх. Серьезно, прыгнул до луны. Ладно. Только звезды и луна, а за ними только тьма. Солнца нет, но свет души укажет путь мечты. На самом деле, знаете, вот я бы послушал на обычную музыку без всякого этого диджейского тейпа. Оу, в клубешниках, какой сейчас год, ребят? Ну, это звучит как типичный диджейский музло диджейское. Но в основном, типа, я бы послушал на эту музыку просто на гитарке. Типа, просто голос плюс гитара. Было бы, думаю, круто. Но в любом случае, что можно сказать? Сама анимация достаточно таки заманчивая, хоть и сама составляющая... не особо подходит под саму музыку. Да, есть моменты, которые затрагиваются и перекрещивается анимация под музыку, под голос, под слова. Но, к сожалению, такого не особо много было. И такое было ощущение, будто это, ну, просто отдельная анимация под музыку, и все.
Так что такое. Но в любом случае мне понравилось, так что... Вообще прикольно, вообще прикольно. Главное, что они стараются. Я так понимаю, у них это не единственная анимация. А, да, я знаю этого чела. Я сразу не признал, лол. У него до этого было... Мне уже говорили на него сделать реакции, кстати, и не раз. Я только сейчас заметил, что это именно он. Но, да ладно. Желаю ему успехов. Спасибо. Спасибо за 100 рубликов. А, да. Ну, ладненько. Да, спасибо тем, кто смотрел в записи. Удачи и пока.